Апрель – это замечательный месяц, месяц, когда мы уже ожидаем лета. И вот один раз в году, именно 1 апреля, портал «Органзрение» публикует свои особые новости, которые мы так и называем «Новости глазами 1 апреля». Заходите, читайте, я думаю, что именно 1 апрельские новости вам понравятся по-особенному. До встречи, ваш Голубев Сергей Юрьевич. Пока!